Дорогие друзья, наша третья часть. Значит, давайте мы вернемся к уровню поддержки. Уровни поддержки, какие у нас есть, мы закончили на родовой. Да. Давайте, первая, какая у нас? Итак, И... у нас э, мы в прошлый раз э, беседовали э, вернее, мы остановились да, на да. уровнях поддержки, да. которые существуют в этом мире для каждого человека. Ну, для да, каждого он, человека. Вначале он сам себя может поддерживать, далее его могут поддерживать люди, с которыми он, он, он рядом, да. Ну, как минимум, это его близкие, да, родственники, да, да. а далее уже с кем он сам да, вступает, вступает mm. в отношения в, в, течение, в течение жизни. Это те, это все те люди, которые могут способствовать помощи этому да. этому, этому человеку. это родовая. Третья, да, вот то, о чем как раз мы и беседуем. То есть да. главная тема наша, да, это родовая. Вот люди многие не знают даже о том, что умершие предки могут поддерживать самого человека, даже не догадываются об этом. Поэтому сегодня я очень рад, что да. мы впервые вообще рассказали о том, что умершие люди реально могут поддерживать человека и я и я расскажу как что нужно делать что нужно делать да для того чтобы получить поддержку предков да. потому что вот все эти проблемы которые мы озвучили ранее да, вот проблемы со со здоровьем в отношениях в неустроенности жизни это как раз следствие того что мы не поддерживаем наших предков и они нас и и отца, нас... поддерж... ответственно тоже не поддерживают. Так еще, по... еще же и есть и дальше поддержка. Более высокий уровень поддержки – это... это божественные личности, которые помогают Всевышнему в управлении Вселенной. Вот, допустим, мы все видим солнце. Оно не работает само про себе просто так. За это отвечает определенная божественная личность. В ведической культуре они называются «девы». Дэвы. или божества, да? в христианской традиции в христианской традиции они называются ангелы, угу. то есть это могущественные личности, это помощники Бога, которые обладают огромнейшей силой, разумом, способностью, ответственностью контролировать, ну, вплоть до важнейшие природные процессы. Хорошо, так еще. И самый высший уровень поддержки — это Бог, Творец, Создатель. Да. Поэтому человек может напрямую обращаться к нему всегда. Да. Почему в, ко всех религиозных, культурных и духовных традициях суще... главнейший способ контакта со Всевышним – это молитва. В ведической культуре это мантра. 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 Мантра в переводе означает «очищаю ум». Ум всегда нацелен на материальный мир, и он загрязняется всегда материальными желаниями. Мантра очищает ум от материальных желаний, и, вспоминается, и человек вспоминает Бога вспоминает творца, вспоминает своего создателя, да. поэтому всегда мантра, молитва – ключевой способ решения многих проблем, ключевой способ. Понятно. И неоднократно люди да замечали о том, что да. это все работает, если это правильно все использовать, молитвы, это молитвы все читать, работает. Да, там... Совершенно верно, совершенно верно. Но это тоже нужно уметь все делать, это нужно правильно уметь делать, поэтому хорошо. Мы тогда мы возвращаемся к родовой. Угу поддержке, что нужно, да, что нужно делать, чтобы все было хорошо, грубо говоря, да, так. К сожалению, да, опять же, вот э, у большинства из нас э, всегда есть проблемы в личных отношениях. Я сам прошел через сложные отношения со своим отцом, включая обиды, проблемы. И благодаря вот этому знанию я очень много решил в себе и помогаю другим. Угу. С чего я всегда начинаю начать? С самых простых вещей. Конечно, в каждом случае все очень индивидуально, поэтому обращайтесь, ищите ведических психологов, обращайтесь к ним, изучайте это все и, реш... и вставайте сами на путь этого познания, решения этой, этой, этой проблемы, потому что она не решается быстро. Когда вам кто-то говорит, что я вам там за час, за сутки почищу карму, решу все, сниму все родовые проклятия, какие-то еще что-то, я не очень в это верю. Вот Мой опыт и моя практика подсказывают, что это, к сожалению, вряд ли сработает. Если это, конечно, не какая-то очень могущественная божественная личность. Mm -hmm. То есть это чуть ли там не какой-то ангел или дев, воплощенный в виде, в виде человека, пришел к вам и который настолько обладает огромным авторитетом перед Всевышним, что может помочь вам быстро no решить проблему. Нет, эти в основном проблемы. это человек, который прошел какие-то курсы за 10 тысяч, и он там супертаролог. Нет, я ничего не имею против второе не менее, потому что все это работает, только уметь нужно правильно пользоваться. Самое главное, ничем не спекулировать. Я думаю, что все системы рабочие, только нужно, еще говорю, включать разум и понимать, что проблемы, которые идут не одно поколение, не могут решаться за один, за один Хорошо. час и за, за один как день. Решить? Вот первое, Давайте. вот первое нужно знать, первое нужно знать, что это путь, процесс, на который нужно встать и идти. Сколько времени он займет у каждого индивидуально? Хорошо. Но первое надо знать, что надо встать на этот путь и идти. С понимаем. чего надо начинать? Давайте говорить. Первое, с чего нужно начинать, это с прощения. Простить Р... своих родных. Совершенно верно, потому что большинство негативных сценариев с того, с того, что мне что-то родители не додали. Мне папа алкоголик, он мне ничего не дал, он для меня ничего не сделал, у меня вообще нет папы. Вот это нужно, к сожалению, трансформировать. Первое, с чего нужно начать простить своего, своего родителя и осознать, что никого ценнее, чем мои родители, у меня нет. И какие бы они ни были, я должен принять своего отца, мать, знаю я его, не знаю я, я жив, я, он, я, или жив он или мертв, не имеет значения, я его вспоминаю и благодарю каждый день за то, что он дал мне жизнь. Это первый шаг на пути к решению то есть, отца этих проблем. Прав... Это... Как минимум. То есть, это... как минимум как миним... Первый шаг на пути. Ко всем родовым проблемам, которые в вашей жизни существуют, захотеть узнать об этом еще раз говорю, надо начать изучать свою родовую систему. Вот, потому что знание и труд – это вообще два главнейших способа жизни в этом мире. Хорошо. Первое, надо изу... на... изучать свою родовую систему. То есть с этого нужно начать, потому что вы никогда не начнете, вы не сможете прощать человека, пока вы не начнете изучать его. Потому что когда я кого хорошо знаю, я могу смело сказать, что я его люблю. Потому что мы не знаем причин, по которым нас бросил отец. Мы не знаем этих причин. Мы не имеем права его судить за это. Хорошо, ладно, если все хорошо, я люблю маму, я люблю папу, бабушку, дедушку. Ну вот, ну вот что-то вот. У значит, человека. первое. Значит, я сейчас говорю для всех тех, у кого э, чаще всего есть, есть, есть проблемы. Поэтому э, вот если не получается... Есть очень неплохой способ. Я, я его всем рекомендую. Mm -hmm. Мы берем тетрадку, э, в левую руку берем ручку. Этот э, метод э, я почерпнул у очень известного ведического психолога Рами Блекта. Mm -hmm. Ну, кто, может быть, знает, его знает. Кто не знает, обязательно почитайте о нем. Э, у него даже есть специальные тетради для того, чтобы э, прописывать родных. Кстати, у меня есть, я вам обязательно покажу их. Хорошо. Вот. Мы берем ручку, берем в левую, в левую руку и полгода минимум левой рукой 9 раз пишем «Дорогой отец или дорогая мать, я благодарю тебя за все, я прошу прощения у тебя за все, и ты прости меня за все». Дальше мы делаем так называемые поклоны в сторону отца. Ну, в любую сторону мы ставим его фотографию или просто его вспоминаем. Это очень хороший тренинг. Сначала мы, еще говорю, именно левой рукой, потому что это очень тяжело. Да. Но это еще тоже есть по этому поводу причины, почему это нужно делать, дел, делать, рукой. Я не буду сейчас на этом акцентировать внимание. Кто захочет из зрителей, может еще раз говорю, почерпнуть этот метод в интернете. Есть эти тетради, они продаются. Все, что говорю. 9, Рами, Блект, раз. Рами, да, Рами Блект. автор этой методики. И вот 9 раз мы пишем в течение дня. И также еще делаем 9 поклонов. Ну, 9-10 поклонов также делаем. Просто 9 вот раз каждому человеку. Любовь. Сначала делается отец, а потом делается мать. Сначала отец потом. Да, вот. желательно полгода отец и а, полгода мать. Вот так, вот. Вот так сначала, да. делается каждый день. Каждый сначала день... я полгода отцу, потом полгода мать. Да. Это, это называется техника прописывания родителей и поклоны родителям. Это для тех, кому тяжело вообще представить себе, что я могу как-то простить моего отца, мать в чем-то там, там это и так далее. Но еще раз говорю, вы не начнете решать свои проблемы, пока вы не вы не простите своих Хорошо, своих, нет, своих, своих родителей. Если, это для тех людей, у которых проблемы да существует да. да проблемы да, с родителями. Если, проблем. если нет, то а, всем умершим родственникам угу. нужно делать специальные обряды. Всем, кто ушел. Недаром во всех э, знатных семьях испокон веков висят портреты предков, да? висят портреты родственников. Для каждого используются специальные ритуалы и процедуры. Но самое простое, что может делать человек, вот я сейчас говорю для каждого, потому что в ведической э, культуре есть свои методы. Они на санскрите называются тарпана и шратха. Mm -hmm. Это специальные ведические похороны, которые делают специальный ритуал, но это тоже, это только индивидуально, это для тех, кто глубоко погружен в ведическую культуру. Тарпан это тоже такой специальный э, ритуал. Он проводится со специальными людьми. Э, это, по, это метод поддержки или кормления предков. Это тоже отдельная тема. Я просто о ней рассказываю. Это для тех, у кого все благополучно. Вот вы задали вопрос, да, да, да касаемо. Да, да. И я поясняю с точки зрения ведической культуры. Но, сейчас говорю, э, мы не будем сейчас в это очень глубоко Ну, понятно. Мы же не будем сейчас все рассказывать. Да, да, рассказывать. да. Потому что это очень индивидуально. Это и только для тех, кто интересуются глубоко ведической культурой. Я же стараюсь в большей степени для всех донести, то есть для самых разных людей, начиная от атеистов, да, там, заканчивая глубоко верующими людьми в самых разных религиозных конфессиях да, и духовных культурах. первое, что нужно сейчас говорю, делать, поминать предков. Обязательно. Значит, существует день, месяц, каждый, допустим, в христианской традиции это суббота. Мы идем в храм, в субботу ставим свечи, заказываем молебны и прочее, это как минимум, для всех тех, у кого хорошо. То есть смотрите, каждый раз, когда мы вспоминаем наших предков, даже просто их вспоминая, мы невидимо даем им энергию. Мы их поддерживаем. И в этот момент происходит их мощная активация, их поддержка. И они абсолютно вам неведомыми способами начинают вас тоже поддерживать. Это может происходить совершенно ну, такими неожиданными для вас э, явлениями. Да? Какие-то люди начинают в вашей жизни э, как-то появляться и помогать вам. Mm -hmm. Вот сейчас говорю, но первое нужно что, что, что сделать? Постоянно помнить о них. Как минимум, просто вы просыпаетесь утром и произносите фразу. Ну, вы там все, все сделали и произносите фразу. Мои дорогие предки, спасибо вам за все. Я благодарен вам за все, за этот новый день, за это. Я вас... Я, вам, я вас прощаю за все, вы простите меня за все и благословите меня на это хотя бы минуту. Это для всех, для всех даже тех, у кого хорошо в этой жизни. Второе, второе что, можно, что можно делать для всех тех, у кого хорошо, да, это существует один месяц в году, ой, вернее, в месяц 30-е лунные сутки. Вот на этой, на этой неделе это будет 9 число. 30-е лунные сутки. Да, 30-е лунные сутки или новолуние. Когда а, Луна ну... полностью уходит. А, все, новолуние, да. В ведической традиции считается, что именно в этот день связь с предками особая максимальная. Потому что темно, а не... предки это некро. Совершенно правильно? верно, совершенно верно. То есть вот вообще в 30-е лунные сутки желательно максимально посвящать чему-то вот высокому, духовному, молитвам, каким-то практикам, развитию внутреннему и так далее. То есть минимально должно быть каких-то материальных желаний, амбиций, особенно в этот день неблагоприятно заниматься какими-то интимными вещами, да, какими-то там сексуальными вещами и так далее. А почему? Ну, считаю... Особ, нет, ну, может быть, там для зачатия, я сейчас не могу сказать. Возможно, ну, тоже это неблагоприятно, я считаю. Все понятно. Целом. понятно. В, целом, в целом это неблагоприятно. То есть в этот день особо благоприятно, просто максимально благоприятно Связь поддерживать предков. Да. Что можно делать? Просто дома, опять же, если у вас есть, вы помните, фотографии есть, еще что-то, сделать свой алтарчик. Свеча, фотографии. Что угодно можете поставить, там какое-то там, может, любимое блюдо их. Но чаще, допустим, ведическая традиция – это рис. Мы ставим, мы ставим рис с маслом, да, вот. и может там стаканчик воды, еще что-то, и просто вот сколько времени у нас есть возможности, там минута, пять минут, полчаса, мы просто в свободной форме, абсолютно в свободной форме поминаем то есть, что такое процесс вот этот поминовение? Это передача им энергии. Просить можно что-то разговаривать Конечно. там. Конечно. Однозначно. Ну, просто. Однозначно. свою Совершенно да. верно, совершенно верно. Потом то, чем вы занимаетесь, Антон. Очень важно, да. крайне важно ухаживать за захоронениями. Хотя в ведической традиции э, ну, в целом это ну, как бы считается, что лучше человека кремировать. Ну, да. Но мы не будем сейчас говорить, что там плохо, что, что хорошо и так далее. Люди вообще никак не ухаживают ни за своими предками, да, то есть не поддерживают своих предков, не поддерживают свою родовую. Поэтому очень важно, очень важно э, всячески, даже вот, любым способом. То, что делаете вы, вы вот, вот, что, вот, почему мне очень понравилось то, что вы делаете, вы понимаете, что вы а, получаете даже помощь не от своих предков, а уже от других людей. Ну, вот и я... возможно, и даже, что возможно, эти люди, которые умерли, вот которыми вот вас сводит жизнь и судьба, очень может быть, что они были вашими родственниками, предками в прошлом. И, И это все да, не просто так. Такое, это да. все не просто так. То, что вы знаете, ничего не бывает никогда Потому просто я не так. не просто так, да, вот какие меня же там как-то притягивают к определенному захоронению. Совершенно да? верно. То есть каждый раз, когда вы кому-то помогаете, вы поминаете кого-то, вы поддерживаете кого-то, вы автоматически получаете связь с этим. Поэтому ухаживание за местами захоронений, это тоже помогает... Э, да, ну, так что люди, Приходите, пожалуйста, на захоронение своих родных и близких. Не забывайте, это очень важно. И самое важное да, ухаживать за могилами. И просто вы приходите и поминаете. А, алкоголь нежелателен, какие-то излишества тоже нежелательно. Водичка или то, что-то вы принесли покушать, потом лучше отдать птичкам, воду вылить там куда-то там под дерево, да, а пищу отдать птичкам. Да. Но важно, что говорю, это даже можно делать дома. Это даже да, можно все. Это Мы даже поняли, можно да, делать как связь дома. вот как раз новолуние: поставили свечечку, зажгли, положили покушать и разговариваете. Совершенно верно. Это можно делать на захоронении, это можно делать дома, это можно делать даже просто про себя. Это можно даже делать без особых каких-то ритуальных этих. Просто помнить, потому что чем чаще, чем больше вы о них помните, чем больше вы изучаете, интересуетесь, вспоминаете, поддерживаете тем сильнее восстанавливается у вас связь, потому что сейчас говорю, человек сталкивается с огромными проблемами в жизни, и это первый, самый простой путь первый, на пути первый шаг, да, коррекции вашей родовой системы, родовой кармы, а дальше, когда вы начали это все делать, вот эти вот эти простые вещи, обращайтесь уже к специалистам. Ваши, то есть, можете, это ваши священники, это еще кто-то, кто, кто угодно. Потому что я не вижу разницы в современном мире, я никого не критикую, никого не осуждаю. Все те люди, которые искренне пытаются помочь, невзирая ни на какую культуру, ни на какую традицию, религию, уже не имеет значения. Господи, хоть как-то, хоть начните, давайте мы будем друг другу Потому что мы живем в такое время, когда мы все друг на друга взъелись, взъелись мы взъелись на мертвых, да, 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 мы да, взъелись да, на да, живых, да. мы взъ... Вот надо бабка там умерла, ее прокляли три раза что-то, она там сделала не так, вот и. А этого... страдают потом все остальные родственники, да, которые да. после всех этих вещей. Поэтому первое, начните с прощения. Вот Прощение, просто начните да. с прощения, связь, да. самое абсолютно. простое и установите связь простую, просто вспоминайте хотя бы. А, -а, -а. а дальше, если вы хотите прям вот Феерию успеха, это уже обращайтесь конкретно и уже уже более люди глубоко специалисты, да, ну, да, да, ну, да, да, например, к вам, да, может абсолютно быть, роман, верно, да. да. И я, во-первых, я могу и продиагностировать вас, сказать, где это женская сфера, мужская сфера, дети как, что там, там родственники как, что, что, что и как и дальше дать уже индивидуальные все вот инструкции, да, и методы коррекции, как, что нужно делать. Но еще раз, я еще раз говорю, что это путь, на который нужно встать пожизненно. Это не просто, да, вот вы сели, там какой-то ритуал провели и все. Это то, что нужно делать постоянно. Если вы хотите поддержку постоянно от предков, и угу. вы должны тоже их постоянно поддерживать. Да. Роман, спасибо огромное. Вот мы беседуем, да, и вот только что вот прям начал, ну, так сильно анализировать и осознавать, насколько вот канал, вот мой, да, канал, вот твоя душа, я уборщик заброшенных могил, вот как он просто становится все более глубоким и развивается. Вот мы с вами, вот то, что насчет предков надо, как вообще там канал мой создался, почему я это начал делать и показывать людям. И то есть он так просто уже расцвел, мы просто уже людям вот раскрываем вот прям что-то невероятное. На самом деле я просто иногда, ну, вот так вот думаешь, блин, ну, вот это вот как? Все, не, все не просто так. Да. Продолжайте в том же духе. У вас обязательно увеличится аудитория, потому что цель вашей деятельности она благая, она uh -huh. бескорыстная и благая. Когда я увидел, что человек убирает чужие захоронения и за это фактически ничего не ждет, я я понял, что было бы интересно с вами uh -huh. а вот Ничего страшного, вот, например, если вот я живу в Москве, а там семья уехала из Москвы, да ко мне обращаются они. чтобы там убрать захоронение, как бы у них уйдет тоже связь там, абсолютно через, через меня, конечно, вот, да? конечно, то есть у них смотрите мол, они... все, она не заброшена. Смотрите, да. в, в первую очередь должно быть здесь угу. Надо, поминовение тогда. начинается здесь. Это не означает, что я кому-то отдал и забыл про это. Все говорю, суть в прощении и в поминовении. Вот два эти главных принципа. Первое, надо перестать испытывать негативные эмоции. С этим тоже я легко могу помочь. Или любой другой специалист, к которому может человек обратиться. И второе, да, любые методы по Но в первую очередь вы должны делать это сами дома. А потом, конечно, они могут обращаться к вам, там за какую-то определенную плату да, и так убрал, далее. Слушал, да, конечно, конечно. Не заброс, совершенно но... верно. Это можно делать любым способом, конечно, конечно, да. совершенно. Верно. Тут, на, на такие темы на самом деле разговариваем. Я когда и с НАТО видео снимаю, вы прекрасно знаете, да. смотрит видео, да. Э, да. Но не все смотрю, да. <laughs> простите. Да. И э, такие вот темы очень глобальные, мощные, сильные У меня вот так я прям чувствую, так вот такой вибрации такие. Э, ну, когда понимаете, да? Конечно. Прям да, вообще конечно. так вот. Так, ну что, на самом деле, мы вроде спасибо вам огромное еще раз, потому что мне кажется, люди прям некоторые поняли, что надо делать первые шаги, и прям очень информативно. Мы заканчиваем нашу беседу потихонечку, да, Роман? Да. Спасибо вам. Да, спасибо. Спасибо еще раз огромное, но это еще не все, будет одно видео, видео будет даже не одно будет вопрос к Роману от Наты чинамасты вот следующее видео будет хорошо все до новых встреч всего доброго